Сколько стоит заказать такой автобус? Здесь автобус идет. Все гости там не невеста, артисты. Это очень весело, это очень, в принципе, интересно. Ехать, поэтому осторожно держимся. Всякого сомнения, мы хотим сделать все возможное, чтобы наши горожане не ощущали дискомфорта, когда они пользуются общественным транспортом. И хотели бы, чтобы большинство горожан все-таки пользовались не маршрутным такси, а пользовались муниципальными автобусами. И для этого увеличиваем количество подвижного состава в нашем муниципальном предприятии. Вот сегодня событие, я считаю, очень позитивное. Получили 15 новых автобусов, двигатели которых работают на газовом топливе, экологически чистые автобусы, автобусы, которые позволяют в два раза экономить финансы на заправке топливом.